сертификат о том, что прошел обучение по программе компьютерный курс для начинающих пользователей, вручается Жамбаловой Циндеме Дугдановне. Полторы недели назад Циндема Дугдановна компьютерами и интернетом не пользовалась, просто не умела. Теперь женщина не только уверенно печатает, но и записывается на приемы к врачам с помощью всемирной сети. Пенсионерка прошла 8-дневное обучение по программе «Компьютерные курсы для начинающих». В наше время эпоха компьютеров, и мы в возрасте, мы не знаем, да, нам надо идти много со временем и знать интернет. Как вначале мы не могли телефоном пользоваться, сотовым, сейчас научимся пользоваться компьютером, интернетом пользоваться, всего научимся. Сертификаты новичков получили 12 человек. В помощниках у каждого студенты-волонтеры. Пенсионеры учились работать на компьютерах полторы недели. Каждый день по 3 часа выполняли различные задания. Они делают уже очень хорошие задания. Вчера они сделали фотографии, отправили, прикрепили, отправили электронные письма, работают в интернете, работают в Word. Ну, вообще, вот эти курсы оказались очень востребованными. Организаторы отмечают, главная задача таких курсов – снять у пожилых людей психологический барьер. Ведь старшему поколению, по сравнению с молодежью, освоить современные технологии в разы сложнее. Теперь можно с уверенностью сказать, задача выполнена. С понедельника к занятиям приступит новая группа. Софья Евдокимова, Инесса Дондукова, Алексей Жилин. Новости дня.